Всем привет! Хочу вас познакомить с таким проектом, как Сберкарта. Вот вы знаете, меня в последнее время сюда очень часто приглашали, но я не входила. Как-то вот само название вот вызывало у меня недоверие. В последнее время очень много обмана с этой Сберкартой вообще в интернете. И вот как-то вот я отталкивала этот проект, не хотела даже его рассматривать. Но потом меня сюда пригласила моя знакомая женщина Галина, и сказала: вот ты сначала войди туда, посмотри все там, а потом уже будешь делать свои выводы. И я все-таки решила просто вот его сначала для интереса его просто посмотреть. Вошла. Регистрация здесь простая. Вводишь вот любое свое имя на английском языке, маленьким шрифтом вот там вот пишете, вставляете свою почту и нажимаете «Да, я хочу забрать систему». И попадаете на вот такую вот страничку. Вот я здесь уже зарегистрирована, заполнила свой профиль. И вот что я удивилась. Вход, во-первых, сюда идет как бы, получается, бесплатный. Везде же мы за регистрацию сначала платим, а потом неизвестно, заработаем мы там или не заработаем. Здесь же мы проходим сначала тестирование проекта. И вот здесь вот зайдете, все-все-все внимательно нужно прочитать. Прямо вот все тут подробно, вот все. И вот сразу хочу сказать, что самое единственное здесь будет вложение, это 50 рублей. Все. Больше нету ни ежемесячных взносов, вообще ничего. И то эти 50 рублей мы будем оплачивать позже, пока еще вообще ничего не платили. Так, вот. Вот три шага к успеху. Первое. Откройте раздел «Старт» и как можно скорее протестируйте систему, выполняя все задания. Тут идет пошаговое задание, нет никакой самодеятельности. В общем, вас доведут вообще. Вот, вся, в общем-то, работа вот, по шагам у вас тут расписана будет. Просто выполняйте задание. Все очень просто. Вот, давайте посмотрим. Нажмем на «Старт». Так, старт. Вот. Первое задание – это заполнение профиля. Ну вот. Заполнить. Нажмете сюда. Ну, впишите свое имя на русском, фамилия, номер телефона, город проживания, скайп обязательно. Ну и вот карты. Вот Payeer я записала, свой Киви записала, Яндекс кошелек я написала, Сберкарту, ну не знаю. Ну вот у меня прям какое-то это не стало писать. Ну и ладно, вы как хотите. Ну и галочку поставим и сохранить данные. Так. Потом идем, нажимаем на старт и выполняем второе задание. Знакомство с наставником. Вот. Здесь идет шахматный маркетинг. Это очень удобно и очень выгодно. То есть после по регистрации по моей ссылочке вы можете попасть в мою структуру, а можете попасть в структуру моего наставника, вот Галина. И вам нужно будет узнать у нас код или мой, или Галинин. И я, чтобы облегчить ваш труд, сразу вот я сделала себе небольшой такой вот сайтик, я вам сейчас его покажу. Вот, вот так вот он у меня выглядит. И вот здесь вот у меня сразу я написала мой код и код Галини, чтобы вы просто не теряли времени. Сразу вот возьмете его и вставите. И ваше задание будет выполнено второе. Потом переходим. Снова нажимаем на старт, и у нас появляется третье задание. Вот сейчас я на нем и нахожусь. Создаем трафик на свой сайт. Здесь нужно будет сделать свою ссылочку. Вот здесь вот есть вот у вас первое начало. Сюда вставляем, да просто так же маленькими английскими буквами, маленький шрифт. Просто можно вписать свое имя и нажать «Сохранить». Появится ваша реферальная ссылка. Вот здесь вот она. Потом начинаете здесь все подробно читать. У меня вот эта программа Top Leaders, она есть. Как бы я тут проще, что я умею ей пользоваться. Ну и для вас она тоже не составит труда, она бесплатная. Тут можно и добавлять и в контакт, и в скайп, и везде-везде. Вот эти вот очень много возможностей добавлять друзей. Вот она вам в любом случае пригодится. И здесь идет полное обучение, как с ней работать. Вот.
Видите, вот все прямо пошагово. Все пошагово идет. Потом здесь идет, как правильно оформить страницу ВКонтакте. Это тоже, я думаю, будет вам для вас полезная информация. Вот тут тоже вот все, вот, все, все будете делать пошагово. В общем, проблем с приглашением, если все выполнять, все вот эти вот инструкции, у вас их просто не возникнет. Очень много информации. Вот прямо все пошагово. Вот таким вот образом потом вот будете здесь разбираться. Вот сейчас я тоже на третьем задании. Нужно 10 человек. У меня вот за все время пока только 2. Но я только вчера сделала здесь регистрацию. Маркетинг-план. Давайте посмотрим. План вознаграждений. Вот, шахматный маркетинг. Вот здесь вот тоже все прочитайте. Очень все доступно, все прям вот интересно. Вот, все тут есть. Читать вам это все будет очень долго мне, да я и ни к чему. Сами все прочитайте. Статистика есть. Давайте посмотрим статистику. Вот, 2 дня я в системе, у меня 2 партнера. То есть, получается, 2 пришло ко мне уже и 2 ушло моему спонсору. И здесь тоже мне что понравилось, это список партнеров. Вот смотрите, вот нажимаем сюда, и вот они сразу выскакивают. Вот Галина, вот она ко мне пришла, в мою структуру попалась. Вот она сейчас у меня тоже уже выполняет 3-е задание. Вот. И здесь все будет видно, да, видно, и сколько у нее партнеров, чем она занимается, на каком задании, даже сколько потом она заработает. Вот еще парень у меня вот здесь тоже есть. Тоже на 3-м задании. Так, в общем, получается так, что ни я, ни мои партнеры, никто еще ничего тут и не оплачивал. Просто пока проходим обучение. Калькулятор тоже здесь вот как бы вот есть. Можно рассчитать свои доходы. Я не буду вам врать, конечно, что все будет так, как здесь написано. Конечно, не, так оно не будет. Все работать люди не будут, но все равно, даже если в часть из них начнет работать, это будет уже хорошо. Даже если мы пригласим всего 10 человек, ну вот какая здесь полка вырисовывается, табличка, ну пусть даже это будет в 3 раза меньше, и то это будет хорошо. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. При входе это в 50 рублей получить, ну, нормально, можно работать. И вот здесь вот есть вопросы и ответы. Тоже все можно вот прочитать. Что такое Сберкарта? Является ли она компанией? Это не компания. Это просто сообщество, в котором простые люди делают безвозмездные частные денежные переводы друг к другу. В общем, никакого отношения к Сбербанку, к Сберкартам или к чему-то этот проект вообще не имеет. Ну, делайте выводы правильные. Как работает Сберкарта, построена таким образом, что позволяет зарабатывать любому человеку. Ну, какая сумма необходима для старта? 50 рублей. Все. Никаких больше взносов, никаких ежемесячных оплат, ничего больше не будет. Вот. Не берет никаких ежемесячных, ежегодных оплат, ничего не будем платить. Какими платежными системами вы работаете? Сбербанк, Киви, Яндекс.Деньги, Payeer. Довольно-таки хорошие кошельки. Не обманули меня. Обман со стороны администрации исключен и не имеет смысла. Все денежные переводы, ну, происходят между участниками. Ограничения на участие. Любое физическое лицо с 18 лет. Возможно ли более 1 аккаунта? Нет. Строго запрещено. А вот аккаунты членов семьи, пожалуйста, можно. То есть мы можем регистрировать своего брата, маму, папу, да хоть кого. Они не считаются, как бы, не противоречат условиям системы. И возможно регистрация с 1 ИТ-адреса. То есть получается, пожалуйста, регистрируйте любого своего родственника. Только вписывайте другую почту, другие номера кошельков. Все, пожалуйста, работайте. Ну вот, дальше вы тут сами все прочитаете. Да. Интересно тоже все, полезная информация. Чат, пожалуйста, тоже здесь вот как бы вот есть. Потом вот люди тут все пишут.
пишут, ну, как бы вот все в реальном. Вот, пожалуйста. Вот. Хороший проект, очень хороший. Прям вот советую, прям вот вообще интересно. Так, отзывы, отзывы. Так, сейчас посмотрим. Ну, вот тоже, вот видите, тоже неплохие, очень хорошие отзывы. Вот прям вот их очень-очень-очень много. Вот прям вот очень много. Смотрите, вот сколько тут страниц. Вот. Сами почитайте. Техподдержка тоже, вот, пожалуйста. Вот. Отправить. Все, все есть. Все есть для работы. Входите, работайте. И не надо ничего искать, как бы вот, большие деньги за вход платить. Вот это вот все ни к чему. Заработать можно вот, буквально с 50 рублей, если приложить свои усилия, времени, конечно. Ну и мне пишите. Не теряйте связь, пишите мне. Я буду каждому помочь, рада каждому из вас. Все, что там непонятно, там, даже вот если кто-то не умеет создавать сайт, там вот думают, вот у тебя такое, у меня такого нет. Нет, ради бога, пожалуйста, пишите, я вам сайты я создаю на бесплатном сервисе. Я помогу даже вам научиться пользоваться этим конструктором, ради бога, и сделаем вам все, что хотите. Ну, в общем-то, удачи. Приходите вот в мою структуру. Я буду действительно рада каждому из вас. Удачи вам всем.